Live long and prosper, comrades, and the impossible happened. This is Comrade Atomy with you, and I've started playing Roblox. Ну что, товарищи, произошло невозможное. Ради высшего блага я понял, что пора присоединиться к Роблоксу, ребята, и попрограммировать в Роблоксе. So I will play coding games in Roblox, and we have the Code Combat, one of the greatest coding games that was available in like internet, and they created the Roblox variant. Понимаете, у меня на канале есть прохождение игрушки Code Combat, бой кода. Очень классная игрушка, она в браузере была сделана, да, я ее так до конца и не прошел, но много там играл, там прямо чуть ли 120 эпизодов по ней посвящено, и там разные задачи по программированию. И вот эти же разработчики решили и сделали игру по программированию для популярной песочницы Roblox. Хочу попробовать, что это такое. So, I want to try what is it. That's run. Ну, давайте-ка запускаем. So, Code Combat Worlds. Вот у нас миры Code Combat. Thank you for playing. Рады видеть. Choose a pet. Выбираем животное. Let's change stats. Okay. Alley cat. Какую-то кошечку можно. Hoover fish. Рыбку у нас. Wolfie. Волчика выбрать. Okay, abilities. Вот у нас способности Pet Clash. So, these abilities are the same. If you played the Code Combat, that would be more easy for you. You can check that on my channel. То есть, если вы играли в Code Combat, вам, конечно, это будет намного легче понять, потому что здесь все сделано как из Code Combat. Okay, let's choose this alley cat. Кошечку возьмем. And let's type the name, давай. Назовем ее. Atomic kitten. Атомный котик. Choose, выбираем. Okay, quick tap A, slime to attack. А быстро нажимать, чтобы атаковать. Okay, that's A, what? Oh. How? We need to attack the slimes, нужно слизнячков атаковать. Okay, I set the target, выставил как цели. Okay, that's cute. Выглядит достаточно мило. Badge of Order. Так, у нас какие-то значки дали. So, right now there is no programming. Пока я не вижу никакого программирования. Okay, rank up. У нас ранг. Second level pet spin. Может вращаться у нас. Quests. Pets. Это у нас животные. Okay. What's here? Что у нас? Completed slime warm-up. Разогрев слизнячками. Okay, let's finish the slimes. Прикончим слизнячков, and then we will go to everything else. А потом перейдем ко всему другому. Okay, get here. What's this? Что это у нас за код непонятный? Okay, kill the slimes. That's cute. Мило выглядит все. But right now there is no coding. Но пока я не вижу никакого программирования. Okay. Use your new spin attack to defeat 20 red slimes. Теперь вращающаяся атака и уничтожьте 20 слизнячков. Red slimes are more dangerous. Take this code. Вот этот код возьмите, а красные слизнячки более опасны. New command. Новая команда. While true. Пока истина. Okay, that's not the basics. Что-то у нас здесь не основы. The basics was present in the original Code Combat. В оригинальном Code Combat, конечно, там с основ было, а тут что-то прямо супер жестко. That's hard. While true. То есть пока истина. Do local hero target me. Target. То есть выбираем цель. If pet can hit, если может атаковать hero target, цель героя, then тогда pet move to, двигается hero target, pet spin, вращается. Okay, equip, ну, оснащаем. Tap the new command to run it, use new code. Okay, так, используйте новую команду, чтобы применить ее. Okay, хорошо. Next. Следующая цель. Okay, I don't want those to type. Не хочу ничего печатать. Okay, third rank. Третий ранг. That's just increasing stats. Просто характеристики увеличились. That looks pretty. Выглядит все, конечно, клево. Мне нравится, как это выглядит. So I like how that looks like. Okay, quest complete. Quest завершен. 500 XP. 500 опыта, but there is no programming yet. Но пока программирования нет. Help us defeat the slime boss. Попробуем босса слизнячка победить. Okay, let's go then. Ну, отправляемся туда.
Roblox looks like Lego. Да, Roblox вообще выглядит как Лего. Окей, he's killing. I don't mind to gather those experience. Я не против даже забрать весь их опыт. Let's get here. Сюда идем. Talk to soldier. Поговорить с солдатом. Окей, okay. E. Ну, я же нажал E. I cannot talk with him. Я не могу его... Items, предметы у нас есть. Биты какие-то. Окей, okay, I collected bits. That's the path. Это у нас задачи, tasks that we completed. Play, make, find potatoes, найти картошечку. What's this? Что это такое? Options. Это у нас, собственно, опции. Potatoes, open doors. Что за открываем двери? Back, назад. I don't get what this. Я что-то не понял, что это было. Okay, we returned back. Мы вернулись назад. That was something weird. Что-то было странное. Okay, that's the boss. Это босс. Attack, атакуем. I guess that's a healing potion. Я думаю, здесь мы лечимся. And my pet is not winning. Мой зверек точно не побеждает здесь. Heal. Пусть лечится. Oh no. О нет. Okay, let's start again. Снова начинаем. With this attack. Вот эта атака атакует. I need to be more faster. Нужно быстрее передвигаться. And react, реагировать. The graphics is amazing. Графика вообще потрясающая. But I don't see the code right now. Но пока кода никакого не вижу. Okay, healing. Лечение, лечение, пошел. Again, снова. Use this attack. Переключаемся в вот эту атаку. Окей, так, ну нормально вроде. Getting here, сюда пошел. Moving there, уходит, уходит. No, running away, уходи. Run away here. Сюда побежала. Now, can you attack, может ли атаковать? Get here, снова сюда пошел. Take this, вот это, attack, да, в атаку пошел. Okay, so you need actually have the proper timing. Тут еще и тайминги правильно получается нужно выбирать. But I don't see the value from the coding perspective. Но пока с точки зрения программирования я не вижу особой перспективы здесь. Okay, now going back. Уходит назад. Follow me, давай за мной. Окей, слайм appeared, снова слизняк у нас. Что, so we should win this time, в этот раз уже должны победить. Healing, healing, лечимся, лечимся. No, нет, окей, that's from the beginning, что у нас с самого начала? Yeah, looks like, да, с самого начала. We can actually edit here. Тут что-то может редактировать. Okay, 46 health, 46 здоровья. Healing лечится. Now let's follow me, пусть за мной двигается. Okay, we just need to run. Нужно просто бегать. And continue to attack. Потом продолжим атаковать. Continue. Продолжаем в атаку. Charge. Boy, I gonna win. Я все равно выиграю. But that there is no coding yet. Ну вот программирования пока совершенно нет. Это, конечно, не клево, я вам скажу. And the timing. И вот то, что нужно следить за таймингами, это тоже не очень хорошо. Окей. Okay. Heal. Лечимся.
Running away. Уходим, уходим. Heal there. Вот это. Отправляемся лечиться. Run, run, run. Уходим. Healing potion. Новое лечение. Attack, атакую. Did they heal? Они что, сами полечились? Окей, okay, heal. Лечится. Good. Отлично. Attack the target. Атакуем цель дальше. We're gonna win. Мы должны победить. Finally. Наконец-то. Great. Замечательно. Окей. Okay. What's next? New command. Новые свои команды можно выдавать. My pet is alive. Do pet say. Говорит. Do your code. Pet emote. Ask. Эмоции спросить. And... This command is a custom template for you to add your own code. То есть здесь можно свой собственный код добавлять. Hold down the command button to edit the code. Ага. То есть мы можем здесь свой код писать. Enter this portal and learn to code. Выходим в этот портал и учимся, как программировать. Okay, so that looks like intro. Learn to code your pet here. Было как, ну, вступление. Okay. Давайте-ка учиться здесь программировать. Pet training. Что тренируемся. Welcome to the training area. Так, зона тренировок. Code your pet to hit the targets. А прикажи своему животному атаковать. Press and hold this button. Нажимаем на вот эту кнопочку. Pet hit hits the closest target. Ага, атакуй ближайшую цель. Run the code. Запускаем код. Enter this portal. Выходим в портал. Okay, that's something about code. Ну, уже что-то насчет кода началось. On the 12th minute, на 12-й минуте игры. Hit three targets to clear the way. Три цели поразить, чтобы цель уничтожить. Okay. Add more code to hit one more target. Еще копируем код. Copy and insert. Копию вставляем. Launch. Запускаем. Path is clear. Next level ahead. Пусть свободен следующий. Может, окей, okay, going next. Дальше more targets. You know what to do. Знаете, что делать. Код, код переходим. Копируем. Why this? Почему это не скопировано? There is ideas, там есть какие-то идеи. What's the idea, что my abilities, мои способности. Way to go. Slimes ahead, get ready. Отлично, слизняки впереди, приготовься. We're going! Ну, пошли вперед. For the greater good, ради высшего блага. Думать нам time совершенно to hit real slimes. Теперь настоящих слизняков будем валить. TNT. Взрывчатку. Use pet okay. Hit three times. Ага, hit slime. То есть мы атакуем именно слизняков. Окей, restart. Так, у нас есть здесь restart. Time to hit real slimes. Окей, настоящих слизнячков. Будем валить. Окей, one, two, three. Три вставили. Can I... Окей, that could be made smaller. Так, можно меньше сделать. Ideas. Это у нас идеи per hit, per hit, per say. Что-нибудь сказать может. Окей. Okay. We can use this. Так, можно даже это сказать. Pet say. I love you. Да, люблю тебя. Окей. Okay. Hit with love. Бьем любовью, как бы. Pet move to. Можно приказать двигаться. Abilities, способности. So, okay, there is a lot of abilities. Много способностей, but we don't need to use that now. Use pet hit three times. Окей. Okay. Надо три раза бить по... Значком. Окей. Да, любовь показывать. Отлично. Разбили слизнячков. Faster. Прикольно. No, that's a quality game. Да, игрушка, конечно, качественно видно. Slimes and MI. Слизни и мины. Defeat one more slime. Повергнуть еще одного слизняка. Hit the mine two more times. Окей, okay, one more slime, еще одного слизняка.
and mine a few times. И несколько раз нужно мину атаковать. Okay, that shows what the code is executing. Показывает, какой код исполняется сейчас. Iron железо. Why do I need Great that? Зачем? Coding, Отлично, хорошо программируешь своего зверька. That's pretty easy, достаточно легко and cool и прикольно. Oh, that bear при комишке был. Вот ваша награда. На портрет, чтобы поменять своего зверька. Okay, that would be Smilesick. Это у нас будет Smilesick. Talk to the people in town. Поговорите с людьми, и все будет хорошо. Можете новые навыки и прочее изучить. Окей, окей, хорошо. There are three townsfolks who are interested in your programming master. Три человека, которые заинтересованы в улучшении твоих навыков программирования. Один из них Smilesick. One of them is Smilesick. Okay, let's. Okay, we can go to three different. You have a nice pet. NPCs, к трем НИПам можно подойти. У тебя хороший зверек, давайте-ка наваляем слизнячкам. Not now, не сейчас. Pet training, это у нас тренировка. So shop, магазин. Okay, what we can buy here? Что можно? Готовы к поиску сокровищ? У меня есть как раз нужный вызов. Collect 10 emeralds. 10 изумрудов. Okay, what we can... Owned, это то, что у нас есть. We have 643 bits. Что 643 бита у нас. Okay, fish, рыбка, frog. Можно... stars, это звездочки у нас. Frog, a unicorn, единорожку можно купить. What's this? Что это? Pyro shell. Какой-то пировик. Geo shell. I don't get. Не совсем пойму. Okay, that's buying for Roblox. Oh, so those stars basically Roblox currencies. Ага, робоксы, то есть надо тратить на это. Премиум валюта. Got it, понял. Okay, leave. Тут есть какой-то leave. So, there is somebody playing this game. То есть здесь в онлайне кто-то играет в эту игру. Smilesick, we can play together in a coding game. Прикольно, можно вместе со Smilesick'ом играть в игрушку по программированию. That's cool, это прикольно. Okay, we can sell here. Так, тут аметист. Аметист и изумруд можно продать. So, there is shop, есть магазин. What's this? Что это у нас? Painter. Are you ready to code and create? Enter ahead. Заходи, если готов чего-то создавать. Not now. Creativity begins. Начинается какое-то творчество. Okay, so that's a hub location. То есть это у нас вот хаб, можно здесь где-то попикать. What's this? Что это у нас такое? Okay, that's locked. Эти уровни закрыты. That looks really pleasant. Выглядит, конечно, прикольно. So we can like play and multiplayer co-op coding games. Прикольно, то есть можно в коопе играть по сети. I want to try that. Это даже интересно попробовать. So, Smilesick, that would be interesting to try with you this game. Будет интересно попробовать эту игру вместе с тобой. So, maybe that would be cool. Возможно, это будет даже круто. And those who want to join can write down comments. Кстати, кто хотят присоединиться, можете написать комментарий. That's good. Okay, great. Давайте-ка сундучок откроем. Emerald. Есть изумрудик. In 12 hours. Через 12 часов снова восстановится. Said I cannot, like, create my Lego dude, you know, here. Блин, жалко, нельзя собрать своего Лего-человечка, да. Я играю сейчас одновременно в Lego Rock Miners, да, и там можно собирать своих Лего-человечков, такие, которые у меня были в реальности. И это очень похоже на Лего, я бы хотел бы тоже себе такого Лего-человечка. So that, you know, I play Lego Manic Miners, the, that's actually RTS, where you can gather your own Lego dudes that you actually own in real life. That's cool. I wanted to, you know, to create the same here. Такой бы хотел бы и здесь создать.
Вот стелс, что это у нас? Не знаю. Окей, атак, атак. Не волнуйся, скоро твой зверек вернется назад. Окей, okay, I didn't talk to one of the locals. С одним еще из местных я не поговорил. Окей, take the attacks, давай атакую. Can my pet win? Может ли мой зверек победить? Yeah, he can, да, может. Take those. Right, красных атакую. Окей, okay, that's the boss. Это у нас босс. Rank up. Rank. Clash is ready. Новой команды получил. Attack that target. Атакуем цель. Окей, okay, my pet has fallen. Зверёк упал. We can attack this. Может ли вот этот? Some ore, немного руды. Okay, that's very aggressive. Да, очень жесткий он. Okay, just go away. Ну, просто уходим отсюда. I got it that we can mine here. Я понял, что мы здесь можем что-то добывать. Attack there. Сюда атакуем. Okay, done. Готово. That's the blue slimes. Ага, да, синие слизняки мы здесь тоже атаковали. What's up here? Что у нас здесь? We can explore and find some treasures. То есть здесь можно находить какие-то сокровища. Okay, that's impossible to pass. Невозможно пройти. That's very bright and pretty. Все достаточно цветочно и классно. It looks like mini ninjas. На мини ниндзя немного похоже. Okay. More emeralds. Еще изумрудов. So that's fun to explore. Прикольно поисследовать. That's, I thought that's some crystal. Я думал, это какой-то кристалл. That's floating islands. Парящие острова есть. Okay, okay. So I'm exploring more of the game rather than coding. То есть я исследую больше игру, чем программирую. Ah, where is one more dude? Где еще один чувак, которого мы должны посетить? Here he is. Вот он у нас. So, hey there, explorer. Привет. Could you help me collect some wood? Немного дерева поможешь собрать? Not now, не сейчас. Okay, we've completed the quest. Мы закончили. Just we can sit, можно посидеть. And that's all, это все. Can we interact with this? Crates, нет, с ящичками мы не можем взаимодействовать. Okay. Now you know our small town better. Теперь ты знаешь наш маленький городочек. Okay, quest complete, закончен. I have no quests for you now. Come back later. Пока нету никаких квестов, приходи позже. He's not selling anything, that's sad. Он ничего не продает, это, конечно, не прикольно. Okay, let's talk with the soldier. You давайте have a nice солдата. Pet? Yeah, accept, давайте. Tell your pet to defeat the nearest monster. Ближайшего монстра победить. What monster? Какого монстра? Oh, that's easy. Ну, это легко. Attack, атакуем. There is no coding yet. Пока никакого кодирования нету. So, pet attack. Ну, атакует. Oh, that's not that easy. Не так-то все легко, оказывается. Okay, now this one. Теперь вот этот. Oh, they are recharging, так они типа восстанавливаются. Defeat 5 slimes. 5 слизняков надо побить. Вот здесь, что это у нас? Патч, какая-то перчаточка получена. Request complete, отлично, квест завершен. Do I need to return? Нужно вернуться and, и отдать квест. We need to learn new tricks to defeat multiple slimes. Нужно новых трюков изучать, чтобы много слизняков. How to use loops and defeat multiple enemies. Циклы как использовать? Learn to protect section in pet training. Uh-huh. And come back to me. Пойдем курс пройдем и потом вернемся. Okay, good, хорошо. That's somebody else's pet. Это чей-то другой животное, да? Денчика. Ага, это у нас Денчика. I can switch between those. Я могу их изменить.
Summon stats. Ага, можно что-то поменять. Let's travel. Отправляемся. This is not that. So this is entertaining, but not that a lot complete of code. Learn to protect section in pet training. Учись, как защищать и возвращаться. Oh, I have two slimes. Так у меня два слизняка? Or what? Или что? Окей. Okay. Switching this. Вот этот меняем. DuckTales. Давайте-ка. Утиные истории. So yeah, I have two pets. У меня два, получается, животных сейчас. One of them smiles. Okay, один из них smiles. Присылаем боевой тренировки. Шиншилла's got your back. Шиншилла прикроет тебя, не волнуйся. First move to robot. Move to robot. Двигаемся к роботу, окей. Okay. Then you spin twice to defeat them. Потом дважды. Add more code to defeat more robots. Больше кода, чтобы больше роботов уничтожить, окей. Okay. Будет хорошо. 3, 4, 5, 6. Ну вот так, 7. She will lose. Она таким образом может и проиграть. Impressive. Try the next training level. Следующую тренировку пошли. That's like Pokemons, you know. Покемоны. What's this? А это что такое? I cannot use that. Это использовать. Back — это назад. So moving forward. Вперед двигаемся. See this big thing behind robots? This is a robot factory. За роботами — это завод по производству роботов. Они произведут скоро новых роботов. Окей, Токи. Why? Почему у нас Токи какая-то? Окей, let's go to code. Переходим к коду. This is a while loop. Это у нас цикл пока. Он будет повторяться снова и снова. Pet move to robot. Add more code to defeat the robots. Добавьте больше кода, чтобы победить роботов. Окей. Here we go. Давайте-ка сюда. I cannot copy that. Я не могу это копировать. See this big thing behind. Got it. Понял. This is a wild loop. Add more code to defeat the robot. Okay, now it works. Так, теперь работает. Yeah, да. Right. Hit. Давайте-ка бьем. Robot. Okay, that should work. Это должно работать. This works, да, это работает, but not that effective, но не очень-то эффективно. It is better to use the spin. Лучше вращение использовать. Регейн снова. I don't think the pet can hold. Не думаю, что животное смогло выжить. Protect the egg. Защитить яйцо. Okay, so that. No, that's the problem. Это проблема, типа сказать. Leaderboard. Инвентарий. Кто у нас в списке? What's wrong? А что не так? Maybe somebody can explain. Может, кто-то мне объяснит. Move to egg. Может, к яйцу мы пойдем. So, let's do it like this. Давайте-ка вот так вот попробуем. Не может двигаться к яйцу. Why? Почему?
набинать Caps Lock. Возможно, не заглавными буквами нужно написать. Окей, okay, defending, но он защищает, but I don't get. Why we are losing? Но я не понимаю, почему мы проигрываем. Can I attack this factory? Завод можно вообще атаковать? So that's not very logical. I think this game has the problems with the logic and explanation of how to do. Ну, знаете, вот скажу, не очень-то понятно, что конкретно делать здесь, да. Вроде как по программированию, вроде можно и по сети, вроде все весело. Но что-то я не догоняю. Может, кто-то мне напишет комментарии, что не так. So, maybe somebody would write down the comments what actually we need to change in order to this properly work. Чтобы это таки начало работать. Okay, till the next episode. До следующего эпизода. This was the Roblox coding game, Code Combat Worlds. То есть это у нас такой плейс и игра в Roblox, называется кодовый бой миры. С вами был товарищ Атомный. Живем и процветаем. Live long and prosper until the next episode. И до следующего эпизода.